Неприятная новость, Эва. Час тому назад Клинкер покончил жизнь самоубийством. Он сам виноват. Но зачем он это сделал? Что ему оставалось? Крах треста был неминуем, он прекрасно это понимал. Но разве в деньгах вся жизнь? Что сейчас говорить об этом? Мне иногда хочется бросить все к черту и уехать куда-нибудь в глушь. Подальше от этих проклятых бирж, спекулянтов с высшим образованием, лгунов. Черт бы меня побрал вместе с ними. Лгуны и спекулянты есть везде, Эллен. Здесь их побольше, и вы имеете дело с ними чаще, чем с другими. Вот и все. Волчьей стаи, Ларри. Место только волкам. А это животное я всегда недолюбливал. Тут весело. Вы не заметили? Не проезжали тут три человека на нартах с восьмью собаками. Два дня назад. А что? Вы за ними гонитесь? Это моя упряжка. Из-под самого носа угнали. Ну ничего, два дня я уже нагнал. На третьем переходе я их возьму. Сколько вы прошли сегодня? 75 миль. Неплохо. Вы женаты, приятель? Да. Еще не видел малыша. Только из письма жены знаю, что сын. Ему уже 2 года. Ну-ка, дай. Поспите немного. Да, хотелось бы. Больше времени сэкономите. Только разбудите меня в 4 непременно. Хорошо. Проводи его. Прошу, прошу наверх. Ей-богу, молодчина. Поспать 3 часа, проехав 75 миль на собаках, и снова в путь. Кто же это такой? Ты не знаешь, Эллен? Знаю. Хотя вижу впервые. Это Джек Уэстендейл. Он уже 3 года здесь. Упорный парень. 2 раза он здорово заработал на заявках, а потом все потерял.
Спасибо. Счастливого пути и удачной погони. Я положил вам в нарты 100 фунтов лососевой икры. Пели вам еды для собак не достать, а вы, вероятно, на это рассчитывали. Ну и мой вам совет. Берегитесь разводьев, поезжайте непременно большим каналом. Этим вы здорово сократите себе путь. Откуда вы узнали? Неужели слухи опередили меня? Я ничего не знаю и не хочу знать. Но упряжка, за которой вы гонитесь, не ваша. Я знаю тех, которые проехали 2 дня назад. Они купили упряжку у ситки Чарли. А ему я верю. Помог бы вам песком, да пуст. Спасибо, дружище. Я в этом не нуждаюсь. Ну что ж, тогда не жалейте собак. И обрезайте постромки, если какая-нибудь из них упадет. Купите у 5 пальцев. На малом лососе и недорого. И не промочите ноги. Останавливался он здесь? Да. Но прошло уже много времени. Видно, он вам очень нужен? Да, нужен. А что, он что-нибудь натворил? Он ограбил Гарри Макфарленда на 40 тысяч. Обменял на чек? И сейчас преспокойно получит по нему, если мы не перехватим его. Когда он уехал? 30 минут тому назад. Но он и собаки отдыхали здесь 4 часа. Да? Да-да. О, Боже. Едем. Собаки выбились из сил. В обед у Сиваша придется пристрелить на первой же миле, да и остальные не лучше. Всем не мешало бы отдохнуть. Одолжите 5 собак. Собак у нас нет. Выпишу чек на $5000. Кто даст собак? Помолчи. Собак нет. Тогда я реквизирую их именем королевы. Во, мошенник, а? Во, лгун, вор. Черт его знает. Одурачил нас, как детей. Вот-вот. А Харниш еще и помогал этому сукину сыну. Мороз сегодня, ребята. Жестокий мороз. Загнанную собаку на ноги не поставишь. Вы выслушали только одну сторону. А я знаю, что Джек Уэстондел честный парень.
Ничего себе честный. Прошлой осенью он отдал все, что имел, 40 тысяч, Джо Кастрову. Тот проиграл и в карты Фарленду, а Фарленд знал, чьи это деньги. На другой день Джо Кастрова нашли мертвым в снегу. И все мечты Джека съездить домой к жене и сынишке полетели в прах. Джек Уэстендел взял ровно столько, сколько проиграл его компаньон. Выпьем за то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки не сдали и спички не отсырели. Да поможет ему Господь Бог. Назначили встречу репортер, он ждет вас. Можно пригласить? Да, пожалуйста. Прошу вас, мистер Кларк. Благодарю вас. Можете остаться, мисс Мессон. Возможно, потребуется ваша помощь. Меня зовут Майкл Кларк, мистер Харниш. Я из газеты «Таймс Трибюн». Рад с вами познакомиться. Пожалуйста. Благодарю вас. Мистер Харниш, меня не интересует ваш конфликт с пароходной компанией, меня интересуете вы. Я внимательно изучал вашу деятельность в Сан-Франциско и пришел к выводу, что во всех делах вы руководствуетесь только личными соображениями, игнорируя все остальное. А вы? Не только, но я маленький человек, мистер Харниш, и мои взгляды мало кому интересны. Мне не нравится такая позиция, но это ваше дело. Продолжайте. Так вот, я никак не мог обнаружить в ваших действиях никаких гражданских интересов. Вы никогда не участвовали ни в каких благотворительных делах. Я принципиальный противник всякой благотворительности, мистер Кларк. По-моему, это худшая форма ханжества. Отнять у человека доллар, потом подарить ему цент и кричать об этом на каждом углу, требуя благодарности. Мистер Харниш, вы всегда с беспощадностью расправляетесь со своими противниками. Скажите, у вас потом никогда не бывает угрызений совести? Простите меня за прямоту. Зря, мистер Кларк, вы затеяли разговор о гражданском долге и совести. Если завтра вы уйдете из своей газеты и начнете работать в другой, вы будете писать то, что вам велят. И на новом месте вы будете ругать тех, кого хвалили сегодня. И при этом тоже будете взывать и к совести, и к гражданскому долгу. Но каждый человек должен иметь свои принципы, мистер Харниш. Должен. Но имеет ли? Если да, то чаще всего он старается спрятать их подальше, чтобы не нажить неприятностей. Но не все люди одинаковые. Не все, конечно. Те, что с принципами, тех топчут, мистер Кларк. Я не о них. Им не позволено ни брать, ни давать интервью. Вы стоите $30 в неделю. Но я знаю, побоитесь поступиться даже им. Мистер Харниш, я хочу вам сказать... Не надо, мистер Кларк. Я не о вас говорю. Но вот ваша газета. Она стоит дороже. Однако, если отвалить, сколько она запросит... то завтра жена переметнется и вместо одной подлости будет проповедовать другую. Одно останется неизменным. Она никогда не перестанет взывать к совести и гражданскому долгу. Это нечестно. Кажется, я веду себя слишком примерно. Должен вам сказать, Дит, что это мне нелегко дается. Я привык делать все по-своему. Я люблю вас, но я не хочу рисковать. Я должен знать, что вы захотите и сможете ужиться со мной. Вы видите сами, что я не добиваюсь компромисса. Признаюсь, вы мне нравитесь, мистер Харниш. Но больше того, что есть сейчас, быть ничего не может. Если я вам нравлюсь, так что же вам не нравится? Ваш бизнес. Бизнес? Да. А чем же плох мой бизнес? И чем он хуже любого другого? В Древней Греции хорошим гражданином слыл тот, кто строил дома, сажал деревья. Сколько домов вы построили? Сколько деревьев посадили?
Позапрошлую зиму, например, вы скупили весь уголь. Только местный. Да, но подняли цены на 4 доллара с тонны и нажили большие деньги. Тем самым вы заставили бедняков платить дороже, а многих мертв. По-моему, это просто воровство. Простите меня. Но ведь не только я один этим занимаюсь. Это не аргумент, мистер Харниш. Вот фермер выращивает пшеницу. А потом спекулянты сводят на нет все его усилия, и он же остается без хлеба. Пусть так, но пшеница остается, и ею воспользуются люди. Вы же ничего не создаете. Да. Не знал, что женщины так рассуждают о бизнесе. Вы умница, Дит. Но многое вы себе нафантазировали. Что именно? Мир так устроен, что я должен выбирать. Или остаться с дураками, которых обирают, или примкнуть грабителям. Не все обираемые дураки. Другого выхода вы не видите? Дит, жизнь — это азартная игра. Наши с вами отношения — одна из сторон жизни. А ничто тоже игра. Ну зачем же так? Простите, но мне не нравится любовь вперемешку с философией. Насколько помню, ваши любимые популярные поэты предпочитали именно это. Но вы же их не читаете. Вы так решили? Расскажите лучше о севере. Что именно? Ну, например, как вы разбогатели? Чтобы вы прочитали мне еще одну нотацию. Нет, честное слово, не буду. Вот они, образцы. Смотрите сами. Это и есть то золото, которое нашел Луи. В нем больше серебра. Кармак говорит правду. Кто хочет идти со мной за этим золотом? А нет ли у тебя там земли под поселок? Есть, но я еще прикуплю. Ты, малый, честный, но зря ты веришь этим людям. Они же нас только морочат. Правильно. Да? Да. Пошли. 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 Счастливо. Но вы же видите, такого золота мы еще не намывали. Поглядите на цвет. Верно. Чуть отливает. Может быть, Кармак таскал в мошне серебряные доллары вместе с песком? И почему, если Кармак не врет, Боб Гендерсон не прискакал делать заявку? А? Он остался на золотом дне. А это золото мы нашли на обратном пути. Ну, хорошо. Я иду к приисковому инспектору. А вы сидите здесь, но помните, что я вас предупреждал. Так кто едет завтра со мной на Бонанзу? А кто может перевести мне 1000 фунтов продовольствия? Дело не по мне. Деньги плачу сразу. Ну? Мы с Пэтом возьмемся. Деньги сразу, ребят. Возьмемся. Мне нужна мука. А сколько тебе муки? 2 тонны. 2 тонны? Боже мой, несчастный. Что ты будешь делать с этой мукой? Погодите. Зимой она будет дороже вашего песка. Сколько лет в этой стране я ждал, когда же привалит счастье. Вот, наконец, дождался. Теперь я не выпущу. Кармак нашел настоящее золото. Ради этого стоит побороться, а, дружище?
Здорово, время не ждет. И ты к нам? А я думал, ты поумнее, сюда не сунешься. Здесь просто лосиный выгон. Где здесь коренная порода у черта на рогах? Один обман. Промывку делали? Еще чего. Я только глянул и сразу вижу, что здесь ничего нет. Это только Джонни, дурень, застолбил участок и в двух милях от участка Кармака. Это так для смеху. Теперь рад бы уступить заявку за фунт табачку. Идет. Но только чур не хныкать, если я на этом сорву 20-30 тысяч. Давай табак. Давай. Жаль, что не застолбил участок. Сейчас бы ты уже был с табачком. Еще не поздно. Ты можешь это сделать завтра. А хочешь, я это сделаю за тебя. Могу. А ты сделай заявку вместе с Джонни. Могу. Табак получишь завтра. Идет. Элла! У меня к тебе есть разговор. Я предлагаю тебе $100 за твой пай в нашем с Харпером поселке. Наличными? Конечно. Вот, возьми. Придержи их при себе, пригодятся. Ничего, не последний. Откуда это золото? Ты знаешь Бананзу лучше меня. Если ты ценишь мой пай в $100, то я ценю его не меньше. Возьми 300. Нет, не возьму. Эллен. Ты прав. Это золото действительно оттуда. Его там много. Очень много. А я это знал. Каждого участка можно собрать по полмиллиона. Я еду в Эльдорадо, потом за 40-ю милю на Сёркл. Надо скупить все, что возможно, пока не поздно. Ты слишком круто берешь, Эллен. Так недолго влезть в долги и разориться. Нет, Луи. Арниш! Ну что, Ларри? Эллам, завтра-послезавтра береговое пароходство заговорит. Но забастовка потребует огромных издержек, а приток прибыли полностью прекратился. Деньги я дам. Но учтите, мне нужна полная победа. Вы поняли меня? Понимаю. Но не совсем согласен. Видите ли, Эллам, жизнь учит, что противнику выгоднее оставить небольшую щель, а не полностью загонять его в угол. Это не тот случай. Только победа. Ларри! Да. Вы видите, что нас окружает? Вижу. Но не понимаю, чем вы хотите меня удивить. А я хочу все это изменить. У вас стало мало забот? В Окленде живет 100 тысяч человек, а могут жить 500 000. Здесь лучше, чем в Сан-Франциско. Вы хотите уговорить их переселиться? Бросьте ваши шуточки, Ларри. Я говорю вполне серьезно. Вон там я построю мол и пущу катера. Затем я скуплю пустующие земли,
построю трамвайную линию. Ну, а потом можно будет расширить порт, сделать подъездные железнодорожные пути. Остальное все придет. Боже мой, это же сразу потребует огромного капитала. И все равно без посторонней помощи не обойтись. Такая операция, Элла, требует длительной подготовки. Я не хочу ждать, Ларри. Не хочу. Послушайте, Эллен, как у вас дела с Дит Мессон? Трудно, Ларри. Вы выразились предельно конкретно. Конкретнее вряд ли скажешь. Она то сердится, то смеется, то соглашается, то отказывается от всего. Ну что ж, не так уж плохо, если относится к женщине. Не так уж много. Ведь женщина и сама-то толком иногда не знает, что она совершит в последующую минуту. Не обращайте внимания, Эллен, на такие мелочи. Ларри, вы можете достать мне что-нибудь о современных поэтах? О-о-о. Ну, если Дит Мессон заговорила о поэзии, я думаю, скоро она заговорит и о любви. Поэтов я вам достану. Только не уделяйте им слишком много времени. Почему? Неужели вы не понимаете, что умная женщина, если она молодая и не замужем, не будет долго и серьезно интересоваться поэтами, даже самыми современными? Да. Ларри. Вы неисправимый циник. Господа, Форт оф Клайд, на котором англичане строят свои броненосцы, наполовину уже, чем наш оклендский рукав. А мы делаем старые галоши. Хотя есть возможность построить большой современный город. Новый порт позволит разгружать чай и шелка из Азии и отправлять их кратчайшим путем в Восточные Штаты. Значит, не только порт, а и железнодорожные пути. Конечно. И пристани, и подъездные пути. Потом мы сможем построить новые заводы и вывозить готовую продукцию морем и сушей без помех. Фантастика. Мне не нравится, Харниш, ваша деятельность в последнее время. Чем же? Вы вложили почти все свои деньги в строительство порта и трамвайных линий. Скоро мы останемся без наличных средств. Не волнуйтесь. Как только закончит строительство порта, я продам большую часть земельных участков. Да, но эти деньги тут же придется вложить в строительство, которое поглощает с каждым днем все больше и больше средств. Вы ведь знаете, что издержки значительно превышают доходы. Оклендские дельцы должны будут поддержать меня. В этом, Эллен, я совсем не уверен. Две основные газеты в городе наши, то, о чем мы всегда мечтали. Дельцы никогда не читают передовицы, Эллен. Однако знают, о чем там говорится. Надеюсь, это вполне современный груз? К сожалению, да. Слушаю вас, мистер Харниш. Дит, оставьте свой блокнот и садитесь. Надеюсь, что завтра нам ничто не помешает встретиться. Я не смогу. Почему? Я продала мап. Что случилось? Я не могу платить $45 за тонну сена. Только поэтому вы продали мап? Нет, не только. Содержание брата тоже обходится дороже. Ну и мне пришлось выбирать. А кто купил лошадь? Посмейте только перекупить ее для меня. И не отрицайте, что именно об этом вы сейчас подумали. Я не отрицаю. Но вы не сможете поехать со мной кататься. И я не знаю, что мне делать. Я тоже. Одно хорошо. Я наконец займусь шитьем. Но у меня нет шитья.
Ну, хорошо. Но ведь вы все равно не сможете сделать для брата все, что для него нужно. Вы мне говорили, что его следует отправить в Германию, что там его могут вылечить. Если бы это было возможно. Но я не могу взять у вас денег. Я догадываюсь, почему не хотите, чтобы я помог вашему брату. Я не прошу вас быть моей женой. Но если когда-нибудь я попрошу, то не стану покупать вашего согласия. Если бы вы знали, до чего вы смешны. Ни с одним мужчиной я не чувствовала себя так нелепо, как с вами. Ну, кто же ухаживает за женщиной все время точно дубиной, грозя ей предложение? Ну, хорошо. Больше не буду. Но то, что я сказал, останется в силе. В том числе и относительно вашего брата. И не забудьте, что я хочу вылечить его ногу, а не вашу. Разговор у нас будет чисто деловой. Я его сужу деньгами на лечение и взыщу проценты. Я могу идти? Да, если хотите. Дурака. Давай быстро все деньги. Нет. Да я тебя так распишу, стерва, что тебя родная мама не узнает. Эй, приятель, оставь ее в покое. А тебе что, жить надоело? Плохо приходится, а, сестричка? Я вижу, ты еще совсем не освоилась со своей профессией. Откуда ты? Из Техаса. Дома надо жить, детка. Дома. Проходите, пожалуйста. Вы знаете, зачем я пришел? Нет. Дурак же я. Если позволите, я сяду. Прошу. Если хотите курить, пожалуйста. Если мужчина любит женщину, он просит ее руки. Именно с этим я и пришел к вам. Простите, если это было сказано не по форме. Лучше, если бы вы этого вообще не говорили. Хотите, я вам поиграю?
Вы знаете, что я плохо разбираюсь в музыке. Но буду слушать вас с большим удовольствием. Простите. Да-да. Да? Позвоните мне через 10 минут. Десять минут скоро кончатся. Да, пожалуй. Я не могу быть вашей женой. Вы не любите меня. Но я хоть нравлюсь вам? Да. Ну что ж, это уже кое-что. Ведь вы мне поначалу тоже только нравились. Вы мне очень нравитесь, мистер Харниш, но... Я понимаю. Я не хочу хвастать, Дит, но думаю, что муж из меня выйдет неплохой. Вы будете жить, как вам захочется, а я вам все дам. Кроме самого себя. Ну зачем и так? Вы меня не поняли. Вы не жене будете принадлежать, а трамвайным линиям, пароходам, порту, бирже. Это вам так кажется. Все будет по-другому. И я всегда буду к вашим услугам. Мы с вами словно торгуемся. Сколько дадите? Столько. Мало. Надбавьте немного. Вы мне нравитесь, но недостаточно, чтобы выйти за вас. И никогда вы мне настолько не понравитесь. Почему вы так думаете? Ничего вы не понимаете. Вы мне нравитесь. И чем ближе я вас узнаю, тем больше вы мне нравитесь. А чем больше вы мне нравитесь, тем меньше я хочу за вас выйти. В женской логике есть что-то убийственное по отношению к здравому смыслу. Мне простите, Дит, но я уверен, что никто на моем месте не понял бы больше, чем я. А я ничего не понимаю. До свидания, Дит. Без ладьи? Нет, хочу выиграть у вас на равных, Ларри. Не получится, Эллен. Вы слишком эмоциональны, а шахматам противопоказаны эмоции. Насколько знаю, среди великих шахматистов были и есть весьма эмоциональные натуры. Не трогайте великих, Эллен. Их жизнь не втискивается в рамки, привычные для нас смертных. Они вне нормы, потому и великие. Ларри, никогда не закидывайте голову вверх, о ком бы ни шла речь. А я не закидываю. Просто, как говорится... Кесарю кесарево. Мы отклонились от темы. Вы говорили о шахматах. Я говорил, что вы у меня не выиграете. И в доказательство хочу объявить вам шах.
вы коварны даже в шахматах, Ларри. Кто в чем? Я, например, читал, что некто время не ждет, проявил себя весьма коварным человеком еще на Юконе. Забавная эта штука, ледяное сало, а? А еще забавней, донный лед. Никакого донного льда не существует. Все это вздор и чушь. Я же сам видел своими глазами. Не мог ты этого видеть, потому что это противоречит здравому смыслу. Рассуди сам. Вода теплее льда. Как же она может застыть на дне? Я же тебе говорю то, что я видел. Мы ехали с Иткой Чарли в лодке. Я нагнулся над водой и увидел на дне камни, облепленные льдом, как в Уралах. Не поверю в эти глупости, вообще с тобой что-то происходит, не то с глазами, не то с языком. Так что ж, ты не веришь мне? Значит, ты меня обвиняешь в лжи. Тебе лучше спросил свою жену Севашку. Что ты сказал? Вот то! Ой. Драться не ново. А ты не думаешь о том, что я за это с тобой рассчитаюсь? Еще. Никто никогда в жизни не обвинил меня в лжи. И будь я проклят, если я не дам тебе рассчитаться со мной любым способом. А у тебя револьвер не заржавел? Не беспокойся. Он еще наделает дырок величиной с орех. По-моему, самое подходящее место у проруби. Отличное место. Приходи туда через полчаса. Я не заставлю тебя ждать. Ребят, ну хватит вам валять дурака. Друзья, надо что-то придумать. Нельзя же позволить им драться. Да. А как мы им запретим? Каждый из них считает себя обиженным. Я не знаю как, но поединок надо предотвратить. У нас этого еще не было. Пришлось уложить твоего пса, Джонни. Желтый клык, так ведь он убежал в лес. Да нет, знаешь, тот веслоухий. Черт, он же был здоров. Выйди, погляди. Это его желтый клык покусал. Если мы не поймаем желтого клыка, он перегрызет всех собак. И многих тогда не досчитаемся. И людей тоже. Почему, кого-нибудь покусали? Беттлс и Макфейн повздорили. Через полчаса будут сводить счеты у проруби. Вот как? Надо что-то придумать, Эллен. Мы позволим им стреляться. Не понимаю. Но мы не можем лишить их этого права. Ты согласен со мной? Ну да, но... Достаньте длинную веревку, а в остальном положитесь на меня. А зачем тебе веревка? Пока я буду рассказывать тебе, как их оставить живых, они там перестреляют друг друга. Пошли. Не валяй, дурака. А какого черта он приплел мою жену? Ну, ответь мне. А ты тоже не очень хорошо себя вел. В чем? В чем? В том, что я сказал ему, что думаю о его дурацкой выдумке. Ну-ну. Смири, Гертрюд. Нет, отец мой. Я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и улягу с постели с горячей кули. Никто никогда не скажет, что старого Лона обвинили в лжи, и он проглотил это. Лон, но ведь эта гордыня толкает тебя на убийство ближнего. Если мне не повезет, ослужите по мне панихиду. Начинайте, начинайте! Время не ждет! А ты почему с веревкой? Ты что, для упряжки ее приготовил? Это веревка для человека. Для какого человека? Для второго. Что-то я тебя не пойму. Послушай, Лон, и ты, Беттлс, тоже. Мы обсудили вашу маленькую ссору.
и приняли одно решение. Мы не можем запретить вам стреляться. Вот это верно. Мы не собирались это делать. Но мы можем сделать и сделаем так, чтобы эта дуэль на Юконе была бы первой и последней. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен вон на том дереве. А теперь приступайте. Тьфу! Считай 50 шагов. Разойдемся и будем стрелять, пока один из нас не упадет мертв. Не посмеют они этого сделать. Раз. Принц, ты готов? Сейчас, Эллен. Лон, ты давно меня знаешь? Давно. А ты, Беттлс? 5 лет. А что? Был один случай, чтобы я не сдержал слова? Не помню. Ну так слушайте. Я даю вам слово, что тот из вас, кто останется в живых, будет повешен через 10 минут после дуэли. Выгодную игру ты затеял, Эллом. Весь выигрыш заведению и ни гроша игроку. Сам черт еще не придумал такой шутки. И будь я проклят, если я пойду на это. Давай мою шубу. Ну, вот так-то лучше. Эллен. Неужели ты сделала бы, что сказал там у пророка? Не знаю, Беттлс. Сам не знаю. Вы вызывали меня, мистер Харниш? Да, проходите. Спасибо. Садитесь. Вы получаете $660 в месяц. Да. Эти деньги мне нужны. С сегодняшнего числа вы будете забирать все в долг, а получать только $100. Как только кончится эта заваруха, я вам все верну. Кстати, бухгалтер Роджерс ваш родственник? Да. Сидите. Так я и думал. Он получает в месяц $85. Теперь будет получать 35. Остальные 50 я верну ему потом. Это немыслимо. Он и так не может свести концы с концами. У него жена и 2 детей. Немыслимо. Что у меня, приют для слабоумных? В Окленде 10 тысяч безработных. Сан-Франциско 60. Урежьте платежную ведомость. Как вам будет угодно. У нашего банка много клиентов, мистер Харниш. Ни вы один не возвращаете взятых в суд. Мне кажется, я вам нужнее других. Я больше плачу. Все просят отсрочку. Все. Но я, к сожалению, ничего не могу сделать. Надо давать с разбором. Вот и все. Мистер Харниш, мы просто не понимаем друг друга. Ну что ж, придется выразиться яснее. Со мной вы ничего не сможете сделать, господин управляющий коммерческим банком. Ничего.
Вы можете меня прижать и только. Но тогда вам самим не сдобровать. У вас есть один выход. Прогнать всю мелочь к черту. Вы поняли меня? Всех вон. По вашему мнению, водяные фильтры нужно заменить новыми. Оплатить будете вы? Нет. Тогда пусть остается все как есть. Излишне чистая вода тоже вредна для организма. Клакс. Я слушаю вас, мистер Харниш. Немедленно прекратите все ремонтные работы. И заказанные материалы отмените. Подрядчики подадут в суд, мистер Харниш. Ну и пусть подают, черт с ними. Пока суд вынесет решение, мы или вылетим в трубу, или будем продолжать нормальные работы. Уилкинс! Я слушаю вас. Отмените ночной катер. Будет скандал? Пусть скандалят. Зато раньше к женам будут возвращаться. И последний трамвай тоже не нужен. Я отменю, раз вы приказываете. Но как же люди попадут на последний катер, который отходит в 12:40? Наплевать! Я не могу пускать трамвай ради 2-3 пассажиров. Пусть идут пешком. Сейчас не время заниматься благотворительностью. Боюсь, мистер Харниш, что подобная экономия чрезмерна. Вы не того боитесь, чего надо бояться. Все свободны, господа. До свидания. Всего доброго. Так дальше не пойдет. Я уже предупреждал об этом. Для вас существую только я. Что ж вы предлагаете? Послать всех к черту. Я вам уступлю трамвайную выручку. Это 40 тысяч наличными. Затем я добавлю еще 20 тысяч. Вот мои условия. Не хотите? Не надо. В вашем предложении есть здравая мысль. Вы знаете, мистер Харниш, в первое время вы мне казались совсем другим. Не только вам, но и себе тоже, мистер Лайк. Всего доброго. Доброго здоровья, мистер Харниш. Когда я возвращался от Лайка, сидя в машине, я вдруг увидел себя со стороны. Ну и как вы себе понравились? Вы знаете, Ларри, я никогда не был себе так противен. Это все нервы, Эллен. Нервы. Во имя чего все это? Дит Мессен была права. На две кровати сразу не ляжешь, на две лошади сразу не сядешь. Дит умница, это я знаю. Женщины, Эллен, живут любовью. И во имя ее не готовы отказаться от всего на свете. У мужчин это никогда не получалось. И не получится. И все-таки она права. У меня есть 100 раз больше, чем необходимо для жизни. И ради этих денег, которые мне никогда не понадобятся, я хожу по головам и слышу, как они трещат. Разве это разумно? Ее нет дома. Мисс Мессон ушла в горы. Я думаю, вы ее найдете там. Спасибо.
пришел за вами. Вы боитесь меня? Нет. Не вас я боюсь. А себя. Это не ответ. Мы никогда не будем мужем и женой. Не надо говорить об этом. Пожалуйста, прошу вас. Знаете, я ночью молилась о вас. Я молилась, чтобы вы разорились, чтобы вы все потеряли. Но как же можно желать моего разорения, если вы любите меня? Я никогда вам этого не говорила. Но вы не говорили обратного, разве это не одно и то же? Хорошо. Я отвечу вам. Я с гордостью думаю о том, что такой человек, как вы, мог полюбить меня. Но богатство губит вас. Вы становитесь все хуже и хуже. Когда я увидела вас впервые, вы были для меня героем. А теперь вы не тот, даже внешне. Да. Идут годы, я не юноша. Мудрено бы не измениться. Нет, Эллам, нет. Месяц за месяцем, 6 раз в неделю я наблюдаю за вами. Вы стали черствым и жестоким человеком. Вы не были таким. Знаешь, Эллам, с Мадонной что-то неладно. По-моему, любит она тебя. А ты? Ты же знаешь, она мне как сестра. Жаль. Хорошая девушка. Почему у тебя такие грустные глаза? Ты просто давно не был. Забыл, какие у меня глаза. Ну, хорошо, раз так. Скажи, ты хочешь, чтобы я пришел к тебе сегодня вечером? Конечно. Ты сам все знаешь. Я рада, что ты пришел. Ты не отложил ради меня никаких дел? Ты же знаешь, что для меня дела не так уж важны, как многим это кажется. Ну что ты? Ты ведь теперь знаменитость, про тебя во всех газетах пишут. Брось о делах, Мадонна. Да. Ты слышал об этой истории с Дортуотти? Нет. А что? Так вот, Берта, дочь старика Дулитла, влюбилась в него по уши.
Тому бы дураку ответить тем же, тем более девчонка и в самом деле хороша. Так нет же, он воспылал к жене полковника Уолстона. Ты знаешь его, он работает горным инженером на руднике Гугенхаммера. Да. Ну и что? Бедная женщина пожертвовала своим добрым именем и положением в обществе и пустилась вместе с Дорти вниз по Юкону. Полковник загорелся местью, и за ними, говорят, все трое погибли. Да. Конечно, в этой истории мало забавного. Но есть что-то утешительное. Что же? Эта бедная женщина, которая пожертвовала своим добрым именем и положением в обществе, плыла с тем, с кем ей хотелось плыть. Ей можно только позавидовать. Не думаю, что ей теперь кто-нибудь завидует. А почему ты ничего не говоришь про Фреду? Ее чудесное спасение. Кто это уже успел тебе доложить? Луи рассказывал. Ну, раз ты все уже знаешь, что ж ты спрашиваешь? Нет, он только упомянул. Говорит, пусть все Харниш расскажет. И при этом многозначительно улыбался. Ну, это было еще осенью, когда я возвращался с ручья Гендерсон. В устье Клондайка я неожиданно встретил человека, который метался по берегу и что-то кричал мне, показывая на воду. Я посмотрел туда и увидел женщину, которая тонула в ледяной каше. Я ее вытащил. И все? Если бы. Когда она очнулась, она посмотрела на меня так, будто я ее топил, а не спасал. И все норовила ударить меня посильнее. Потом долго со мной не разговаривала. Ты хоть понял, почему она так разозлилась на тебя? Пустяки. Какая-то там любовная неудача. Вот она и решилась. Очень рада, что ты пришел. Я тоже был очень рад тебя повидать. Мне еще надо кое с кем увидеться сегодня. Я пойду. Спокойной ночи, Мадонна. Мадонна.
завтрак, мистер Харниш. Спасибо. Я узнал о твоем несчастье, Чарльз. Да. Ну, что поделаешь, жить надо. Благодарю вас, мистер Харниш. Вы так много хорошего сделали для меня и для покойной жены. Оставь. Тебе надо думать о сыне, он у тебя хороший парень. Благодарю вас, мистер Харниш. Слушаю. Здравствуйте, Эллен. Здравствуйте, Ларри. Ну что? Плохо. Все банки словно сговорились, требуют срочного возврата суд. Кто-то из сильных, видимо, активно вмешался. Да. Очевидно, мы что-то прозевали. Я делаю все, что возможно. Но почему вы до сих пор не в конторе? Я устал. Эллам, сейчас не время хандрить. Где вы будете сегодня? Возможно, мне нужна будет срочная консультация. Я буду у Дит. Что случилось с Эллом? Положение скверное. Кажется, я вылечу в трубу. Вы не вылетите, Эллом. Я вас знаю. Нет, Дит. На этот раз все значительно хуже, чем я мог предположить. Ну что, выйдете замуж за бедняка? Вы все шутите, Эллом. Я с вами говорила тогда вполне серьезно. Мне сейчас не до шуток. Дит, а что пишет ваш брат? Спасибо, Эллом. Он передавал вам большой привет и благодарность. И пишет, что вы плохой капиталист. И все равно разоритесь. И он этого желает, как и вы? Нет. Он говорит, что если бы не было капиталиста Харниша, ему, в конце концов, отняли бы ногу. Простите. Да. Одну минуту. Эллом, вас просит мистер Хиган. Я слушаю, Ларри. Эллом, катастрофа кажется неминуема. Нужно, чтобы вы срочно приехали. Даусет и компания? Да, Эллом, это они. Значит, это конец. Эллом, немедленно приезжайте в контору. Нужно еще раз все прикинуть. Возможно, найдется выход. Во всяком случае, можно оттянуть решение. А оттяжка во времени значит немало. Алло. Алло, Эллом, вы меня слышите? Алло! Алло, Эллом! Ларри, срочно переведите купчую на ранчо в Гленэллен на имя Дит Мессен. Сделайте это немедленно. О чем вы говорите, Эллом? Из наличных заплатите всем жалование. Все суммы, которые я забрал, возвратите. Насколько я знаю, компании, где ваши акции, не пострадают. Так что не волнуйтесь. Я не о себе, Эллом. Нужно попробовать что-то сделать. Эллом! Эллом!
Ну? Что? Случилось то, чего ты так желала. Ну, наверное, еще что-то можно сделать, а? Во-первых, нельзя. А во-вторых, зачем? Но это же безумие. Смотреть, как все рушится, и не попытаться что-то спасти. Я всегда был уверен, что делаю не свое дело. Всегда. Оставьте, Эллам. Вы делали свое дело успешнее многих. Поезжайте к себе, Эллам. Эллам.